Наши опасения подтвердились. Федерация воспроизвела систему орбитального оружия из обломков Одина. Скоро они смогут ее использовать? Неизвестно. Данные, которые вы собрали, отправлены на РАД в Колорадо Спрингс. Министр обороны ждет от вас отчет. Киган, ты отправляешься в Колорадо Спрингс. Еще бы. Встретимся тайно завтра в Вегасе ровно в 12. Окса захочет сделать все быстро, так что лучше подготовиться, пока не срубило. У нас 6 часов до возвращения Кигана. Стоп. Тебя что-то беспокоит? Система охраны работает. Уходим! Трое, прячься! Долго им занимаемся, но он так ничего и не сказал. Он не ломается. Что ж, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. Ты очнулся? Отлично. Как мило, у нас тут вся семья в сборе. Не хватает только нашего молчаливого друга. Где Киган? Ты же знаешь, я ни хрена тебе не скажу. Нет? Посмотрим, может, передумаешь. Нет! Вот зараза, я убью! Полегче, молодой человек, вами я займусь позже. Логан, посмотри на меня! Посмотри на меня, сын! Да-да, смотри на него. Вот так. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою шкуру. Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас! Ты не призрак! Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше тебя! Но ты... Ты называешь себя призраком! Ты ничто. Ты и твои сыновья. Вы трупы. Твое имя умрет вместе с тобой. Ну что ж, это очень плохо. Ты очнулся. Отлично. Как мило, у нас тут вся семья в сборе. Не хватает только нашего молчаливого друга. Где Киган? Ты же знаешь, я ни хрена тебе не скажу. Нет? Посмотрим, может, передумаешь. Нет! Вот зараза, я убью! Полегче, молодой человек, вами я займусь позже. Логан, посмотри на меня! Посмотри на меня, сын! Да-да, смотри на него. Вот так. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою шкуру. Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас! Ты не призрак! Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше тебя. Но ты... Ты называешь себя призраком! Ты ничто. Ты и твои сыновья. Вы трупы. Твое имя умрет вместе с тобой. Он еще дергается! Он никогда не говорил тебе не целиться в людей! Но ведь
можете выстрелить? Много! Вот и все! Еще немного! Вон туда! Черт, Марк, стой! Отца! Логан! Логан! В тебе что-то есть, парень. Мне это нравится. Рисковать, чтобы защитить своего капитана. Ты мог бы у него кое-чему научиться, Элиас. Он мой сын. Что ж, сейчас он увидит, как ты умрешь. Убью тебя, ты слышишь? Я убью тебя, сукин ты сын! Разорву на куски, ублюдок! Я горжусь тобой, Логан. Все будет хорошо. Ты прав, Элиас. Я не призрак. Я тот, кто на них охотится и отправляет их на тот свет. Чи босу нужен живим? Идти могу. Нам нужно торопиться. Киган, мы в пути. Поторопитесь. Есть. Встретимся на кухне. Нам нужно попасть в западное крыло здания. Там у нас больше всего шансов выбраться. Чш, за дверью какой-то шум. Действуем быстро. Все чисто. А где Киган? Скоро уже будет. Хватай рацию. Мы можем от них немного оторваться. Кажется, нас услышали. Послали к нам еще солдат. Знаешь, где ты находишься? Иду к кухне. А что? Я уже почти там. Вам лучше где-нибудь спрятаться. В вашу сторону направилось очень много этих ребят. Сколько? Слишком много. Подними его. Давай сюда быстрее. Логан, сюда. Готов, ложись. Выключи рацию. Эй, el ruido venía de ahí. Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Сидеть тихо. Их будет еще больше. Тихо. Мы не можем все двигаться. Несколько моих друзей пропали. Верните их, верните их пример. И докажете свои страны огромную службу. Мэри, Кэш, Лоба, если не кажешь. Удачи. Спасибо за пожелание, козел. Постойте, их становится все больше. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Ладно, Кигер, начинаем. Thank you.
Постойте, их становится все больше. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Ладно, Киган, начинаем. Через ворота. Не стреляйте! Эй, а где Райли? Шум подняли быстро. Я не видел его с тех пор, как мы здесь. Сколько еще? Уже немного. Держись с левой стороны. Мы почти вышли. Назад! Назад!
Ты в порядке? А ты как, Мэри? Порядок. Но нам нужно уходить, пока нас не засекли вертолеты. Если выберемся на улицу, я найду нам транспорт. Потихоньку. У них численное превосходство. Прошла насквозь. Логан, сможешь его понести? Пуля прошла насквозь. Логан, сможешь его понести? В порядке. Пуля прошла насквозь. Логан, сможешь его понести? Забудь, Райли!
Форт-6, подбросить вас до дома! Конечно! Давай, Логан, мы уходим! Центр, это принц 2-0! Загрузка окончена, возвращаемся на базу! Вас понял, молодчина 2-0!